У нас в гостях эстрадный дуэт братьев Авиан. Доброе утро, Армен и Арсен. Доброе утро. Утро. Ребята, считаете ли вы, что вы уже попали в шоу-бизнес или вы только на пути? На пути. Ну, мы считаем, что мы еще только на пути к шоу-бизнесу. Мы будем трудиться, работать, чтобы попасть в него, потому что это сложно. А хочется. Хочется. То есть вы мечтаете о том, чтобы когда-нибудь проснуться всенародно, всемирно, может быть, известными, да? Ну, я думаю, об этом мечтает каждый человек. Да. Собирать стадионы? Конечно, да, но тут еще вот в чем проблема. Попасть-то можно, а удержаться сложно. Поэтому даже если попасть, самое главное удержаться в нем, потому что в шоу-бизнесе очень сложно, да. И хорошие оценки, это и плохие оценки. Угу. Ну, для этого, конечно, надо много работать. Чем вы, собственно говоря, и занимаетесь? Но вот такой вопрос. Вы не боитесь вот испытания этими медными трубами? Вы пройдете это все? Вот всенародная слава, это же сложно. Нет, мы с братом очень сильные ребята, поэтому мы этого не боимся. Такое, кстати, бывало, но мы с братом держимся, так что... Преодолели все эти трудности. Трудности были поначалу, когда мы еще начинали, но... Ну, то ли еще будет. А вот что было, например, может быть, кто-то из друзей сказал, слушай, там, Армен Арсен, что-то ты зазнался, друг, опустись небес на землю. В школе, кстати, такое было. Да? Да. В школе еще говорили, что мы с братом зазнались. Угу. Да, и... Звездная болезнь у нас началась, но... На самом деле учителя этого не замечали, потому что, ну, мы с братом такого не было, чтобы зазнаться. Мы этого не любим. Угу. Вот, и у нас друзей очень много, и мы любим со всеми общаться, вот. Такое говорили просто люди, которые завидовали, вот. А на самом деле мы простые ребята. Да, вообще понимают ваши друзья, близкие, то, что на самом деле для того, чтобы достичь успеха, нужно очень много трудиться, и, следовательно, не можешь ты всегда выйти на улицу погулять, где-то там в соцсетях поприписываться. Ну, конечно, они это понимают. И они еще нас поддерживают, говорят, ну ладно, вы не расстраивайтесь, вы гулять не выйдете. Но зато через несколько лет мы вас увидим на экранах телевизора. Вот как сейчас. Да, вот как сейчас. Да, через несколько лет, я думаю, не только в Тюмени, на конечно, тюменских экранах вы появитесь. Но, собственно говоря, чего мы вам и желаем. О чем будет сегодняшняя песня? Что за песня? Сегодняшняя песня, она исполнялась группой Челси. Молодежи? Да, гимн года молодежи. Ага. Вот. Да, это о молодежи, песня такая... Ну, сейчас мы услышим, какая она, эта песня. Готовьтесь, да. Ну, а мы попрощаемся с нашими телезрителями. Для вас сегодня работали Ольга Гапеева и Дмитрий Наумчик. Летнего и солнечного вам настроения. Увидимся. Время влияет на дни события, давит, диктует форматы и стили. Мы на пороге большого открытия, сильной, свободной, богатой России. Время менять обещания строптивые, но это сделано здесь и сейчас. Люди свободные, честолюбивые, завтра России зависит от нас. Кто изменимы? Сила поколения. Кто изменимы? Научное мышление. Кто изменимы? Прорыв десятилетия. Кто изменимы? На годы, на столетия. Кто изменимы? Единая команда. Кто изменимы? Науки, пропаганда. Кто изменимы? Заставит биться сильных. Кто изменимы? Свободная Россия. Мы штиря не ждем в эпицентре стихии. Мы строим проекты великой страны. Мы помним историю нашей России, и эту историю делаем мы. Дерзко, уверенно, смело, логично. Общие идеи и цели верны. Легко нам не будет, и это логично. Успех наш зовется успехом страны.
кто, если не мы? Сила поколения, кто, если не мы? Научное мышление, кто, если не мы? Прорыв десятилетия, кто, если не мы? На годы, на столетия, кто, если не мы? Единая команда, кто, если не мы? Науки, пропаганда, кто, если не мы? Заставит биться сильным, кто, если не мы? Свободная Россия, свободная Россия, свободная Россия, свободная Россия. Пришло другое время, другое поколение, с новыми идеями вперед. И без сомнения, время быть лидерами, а не ведомыми. Время создавать свою новую историю. Вместе мы едины, сжатая в кулак сила. Дерзкая Россия, сильная умами, духом не сломленная, идущая вперед, целеустремленная. Великая Россия, нам не нужен повод. Мы не обойдем стороной ни один город. Великая Россия, сторона прогресса. Великую Россию откроют люди сильные. Великая Россия, нам не нужен повод. Мы не обойдем стороной ни один город. Великая Россия, сторона прогресса. Великую Россию откроют люди сильные. Мы можем мечтать, управлять экономикой, водить корабли, и нас много таких. Холодный рассудок и четкая логика, мы этим горды и научим других. Кто, если не мы? Сила поколения. Кто, если не мы? Научное мышление. Кто, если не мы? Прорыв десятилетия. Кто, если не мы? На годы, на столетия. Кто, если не мы? Единая команда. Кто, если не мы? Науки, пропаганда. Кто, если не мы? Заставит биться сильным. Кто, если не мы? Свободная Россия. Огромная Россия, великая Россия, любимая Россия.